Каждое время года приносит рабочим дорожных служб свои проблемы. Какие дорожные работы проводятся перед началом весны в Чебоксарском районе, узнавала наша съемочная группа. Во время обильных снегопадов дорожникам приходилось работать круглосуточно. Было задействовано 150 единиц техники. Недавно начался ямочный ремонт проблемных участков. Органоминеральная смесь, используемая при укладке колодного асфальтобетона, позволяет работать в условиях до минуса 10 градусов. Карту создаем, долбим сначала, потом продуваем, греем, сушим. Это обработка битумом, потом холодный асфальт положим, укатаем, края разливаем битумом. День этот 18-20 квадратов, ну, от погодных условий зависит, что за погода. Сегодня хорошая погода. Дорожные бригады готовятся к пропуску воды, накапливаемой на дороге. Техника убирает снежные валы с обочин. Рабочие чистят барьерные ограждения. Это делается для того, чтобы быстрее подсушить земельное полотно. Как вы знаете, грунт, который в текучем состоянии, представляет уже прошлостные характеристики. Намного падает, соответственно, начинаются большие разрушения. Начинаются пучения дорог. Согласно этого приказа, по подготовке и пропуску пагод готовимся открывать водопропускные трубы. Также отслеживаем, где появляется наледь. Такие трубы берутся на учет и принимаются соответствующие меры. Следят за погодными и дорожными условиями с помощью специальной автоматизированной системы. В Чувашии установлено 7 постов дорожного контроля с датчиками температуры воздуха, дорожного полотна, скольжения, интенсивности движения на дороге. Все данные о дорожной обстановке поступают в центральный диспетчерский пункт Чуваш-Упордора Министерства строительства Чувашии. В режиме реального времени также можно проследить за всей работающей техникой через спутниковую систему ГЛОНАСС. Здесь показаны все остановки и схемы движения рабочей техники. Анастасия Алангина, Николай Яковлев, Республика.